Девочки, доброе утро. Мы сейчас с Демидом будем чистить зубы. И... А зайчик будет смотреть. Зайчик будет смотреть. Смотрите, я купила вот такие вот таблетки. Это по совету стоматолога. Вот, это и для детей, и для взрослых. Вы, получается, рассасываете, разжевываете вот эти вот таблетки. Они цветные. Есть зеленые, есть синие, фиолетовые. Я купила вот такие вот. Для того, чтобы налет покрасился в фиолетовый цвет и можно было хорошо вычистить зубки. Я на зеркало посмотрю. Да, будешь смотреть в зеркало. Вот, так что сейчас будем пробовать. И я уже определилась щеткой для Демида. Осталось только ее приобрести. И думаю, нам с Никой тоже уже надо. В общем, это или в этом влоге будет, или уже в следующем. Так что оставайтесь с нами. Я думаю, что будет полезная информация. Олечка с самого утра нажарила блинчиков. Творожку. Да. Я, кстати, вернулась. Я вам чуть позже расскажу, где я была. Я чуть-чуть там засняла. Момент, который мне понравился. Но вообще у меня был детокс от всего. Первый раз в поездке я не снимала влоги. И выглядит это вот так вот. То есть это фиолетовый налет. Сейчас мы будем чистить. Вот. Она еще открой. Вот. Демидушка уже пломбировал зубки. Сейчас я вам вставлю и покажу, что он очень храбрый, и он справился с этим заданием на отлично. Да, Демид? Надя. Я люблю Лего фильм. Такой себе. Так, смотри, что у меня тут есть. Ты можешь выбирать, что ты хочешь себе. Сейчас она немножко загрузится, я принесу ближе этот. Вот этот, что хочешь. Для ребенка развлекаловка. Дала зеркало. Сейчас я говорю, будешь сейчас чистить зубы. Сейчас капнет на зеркало. Оля едет плавать. Тёма тоже едет плавать. Смотри на него. Пловец. Великий пловец. А мы с Никой только что сняли для вас видео. Уход, видите, я с косичками Ника заплела, на мне маска, и у Ники тоже, кстати. Вот, и мы приехали в спортзал. Да. Мы с Никой будем заниматься спортами. Да, наши, у нас пойдет разделение. Ага, да, на лагере. Да. Ника включила свою скрипачку. Да, Линдси Стринглинг. Пока мы с Никой крутим, педали. Это я еще была там на тренажере. А наша бабушка там плавает. Демка в детском бассейне. Я маму узнаю по ее шапочке. Симпатичной. Планочку. Нет, дать 10 секунд. Давай, между первой и второй перерывчик небольшой. Девочки, резиночки. Офигенская тема, на самом деле. Если надо кому-то. Маска пыталась почти полностью, я в шоке. От
особенно кончики. Кончики вот уже сухие. Как будто их и не мазали. Может, надо было больше, я не знаю. Нет, что, я тогда делала нормально. Она просто, ну, как бы маска, она как высыхает. Вот попробуй. А потом, когда ты помоешь голову, да. Потом, когда ты голову помоешь, тебе волосы будут так рассыпаться. Знаешь, такие о, прям... О, прекрасно. Классный. Так, что, вперед? Вперед. Сил. Можно было подержать по-другому, но у меня уже нет сил стоять. Сейчас покажу вам одно упражнение, как качать пресс. Меня Оля научила, подружка, она занималась бодибилдингом. Да, правильно же это, да, когда сушатся и выступают такие красивые. Оля, если ты меня смотришь, тебе привет. Вот. Скрутилась. Вот, сейчас покажу это упражнение, оно очень такое прикольное, мне нравится на прессе. Улетел вниз. А, пинктик? Пинктик. Да. Закусились. Кто смотрит, дур не смотрит, черника. У тебя такие ногти черные. Я чернику кушаю. Молодец. Девочки, у меня масло. Вот. Боже, как пахнет. А можно я заберу? Нет. И я сейчас хочу перелить более удобную. Ну, мне нравится, когда спрей. Ну, как бы распыляется. Короче, баночка красивая, она стеклянная, классная, но хочу перелить. Матовая. Когда был бум, я не пользовалась, извините, разговариваю, потому что я устала. Вот, я не пользовалась, а сейчас начала пользоваться, потому что у меня есть вот такая вот офигенская щетка. Она крутая, знаете чем? Она очень жесткая, и первый раз я помню, так увлеклась, что до крови живой себе, ну так проколола, наверное, мне щетинка кожи до крови, вот смотрите. Она реально классная, это мне посоветовала Настя, я видела у других, думаю, ой, маркетинговый, она очень жесткая. А мне Настя говорит, Ань, типа, очень хорошо сидит. И мне Настя говорит, Аня, так четко речь говорит, вообще так классно, скрабирует кожу и пробой сдает. И вот, я решила, что мне она тоже нужна, такая прикольно. Ну и, конечно, скраб, типа, ну, так себе. И я вам могу сказать, что, в принципе, действительно, я поддерживаю, что они так себе, из-за того, что они очень крупные. Ну, вот, вот эти вот зернышки кофейные, они такие крупные, что они прям царапают кожу. Поэтому мне не очень нравится. Знаете, что я делаю? Такой тоже лайфхак. Можно смешать. Ну да, и правда очень крупные. Да, очень крупные, прям капец. Мне кажется, ну, для кожи это прям травма. Да, пахнет здорово. Можно смешать с содой. Тогда вообще будет улево. Что я, в принципе, делаю. Мне мама дала соду. И даже я взяла с собой, она не подержи, бутылку. Здесь уксус. Это уже в конце, когда я помыла голову, я набираю воду и полощу. Короче, волосы. Мама мне помогает приводить мои волосы в порядок. Так что, девчонки, щетку рекомендую. Прям вообще очень классная. По поводу скраба, ну, я вам сказала, так себе. Он сильно крупный, но пахнет офигенно. Вот тут у меня мандарин. Да, реально очень классно. Да, и очень классное масло. Я им пользовалась только... Я им пользовалась только выливала. Мне неудобно. Мне все-таки нравится в спрее. Вот у меня есть спрей, не получается. Не арбайка. Ну ладно, сейчас удобно что-то делать. А у кого тут вот это брак вылез? У кого брак вылез? Девочки. Вот это меня поняла. А! Так, врага. Не надо. Я сильно камеру не поднимаю, потому что тут девочки ходят голые. В общем, ладно, закругляюсь. Я вам показала, я думаю, что вы мне напишите, у кого есть и кому как. Потому что прям жестко жопу можно легко и быстро привести в порядок. Я не мешаю.
боже мой, с ума сойти можно. Блин, ну настроение классно. Я хочу кушать и спать. Слушай, я тоже есть хочу. И спать не хочу, потому что сегодня вечером еще планирую поехать к Лене. Лена приехала с Молдовы на 3 недели, поэтому... На 3 недели? Да, так что мы сегодня гуляем. Мама будет... Туси, как там песня в песне той? Мама будет... Раз, два, три, 4, 5. Вышла мама погулять. 5, 6, 8, 9, 10. Мама продолжает дэнсить. Это я сегодня взяла. Мама такая большая сумка, как будто бы она, я не знаю, олимпийский чемпион. Я мастер спорта. Ага. Не, кстати, я не понимаю, почему. Кроссовки, шлепки. Для ухода всякие прибамбасы. Вот для ухода всякие прибамбасы занимает полсумки. Кстати, да, у меня там литровая, не литровая, пол-литровая шампунь. О, боже. Да, такая сумочка. Мне другое дело. Сауру люблю, поэтому и... А что здесь вы говорите? Просто чтобы я знала, я типа козырнула. Настой виски готовится с добавлением вина мальпе. Также добавляется немного ванили. Воду будем пить мы, конечно же, что-то... На основе виски. Из крана. Воды из крана. Просто 200 егерей. Жиль, похоже, да, что мы на это? Подожди, да я распущу волосы. А ты что-то забрала уже, ладно? Добрый день. Они тебя уже по приветствию знать будут, понимаешь? Добрый день, дети мои! Я так даже не смогу повторить, Людмила, понимаешь? Добрый вечер, подарки в сумке. Я. Рокенбок. Мы обсуждаем мою поездку в Краков. Не, мы обсуждали виски. Мы обсуждаем твою поездку на Бали. Я была в Кракове, у меня был тур выходного дня, 3 дня, я поехала посмотреть город, и я сейчас вам ставлю видео, потому что я ничего не снимала, у меня был детокс, но один момент я все-таки сняла, который меня впечатлил. Я не люблю футбол, никогда его не любила, никогда его не понимала, но в один момент я была на поле, мне все понравилось, и я вам засняла, и я теперь фанат футбола. Я была на поле. Я была в раздевалках. Великих поэтов современности. Писатели прозаик.